Привет всем, вы на канале Инфобиз Контроль, и сегодня у нас на обзоре курс или скрипт, не знаю как это можно назвать, но в общем-то это курс, который называется «Ваш регулярный заработок на иностранных партнерках от 50 долларов в день». Создайте свой партнерский магазин на Кликбанк за 60 минут. Также его еще называют скрипт BMOL. Вот, BMOL – это максимально эффективный и профессиональный партнерский магазин для автоматической продажи Кликбанк. Друзья, этот курс, этот скрипт сейчас очень активно продается на Глопард, и я решил сделать на него обзор. И сейчас мы обязательно посмотрим, что здесь к чему. И вы от меня получите очень полезный бонус, поэтому смотрите видео до конца, думаю, будет интересно. Друзья, давайте начнем, но я вам напоминаю, что у меня есть еще второй канал, вот вы его можете сейчас видеть. На этом канале я показываю различные методики, с помощью которых зарабатываю я. Как видите, здесь есть методы и без вложений, и различные инвестиционные проекты. В общем, много разных штук. Если вас тема заработка интересует, то обязательно подпишитесь. Ссылка на этот канал будет в описании. Переходите, в общем, подписывайтесь. Думаю, всем будет интересно. Ну а теперь погнали смотреть обзор на курс. Итак, давайте начнем. Ваш регулярный заработок на иностранных партнерках от 50 долларов в день. Скажу сразу, друзья, скрипта у меня вот этого нет, этого курса у меня нет, поэтому я буду озвучивать свое мнение, исходя из своего опыта и исходя из того, что я увидел здесь вот на этом сайте. Но, как я и обещал, вы получите обязательно бонус. Сразу покажу, как получить бонус и что он из себя представляет. Под этим видеороликом будет ссылка, перейдя по которой вы попадете на мой сайт Infobiz Control. Да, вы часто, я думаю, многие на нем бывали. И здесь будет статья о именно вот этом курсе BMOL, о котором мы сейчас будем говорить. Да, спускайтесь вниз с этой статьи. Здесь различные ссылки. Ссылки, собственно, на сам этот обзор, который вы сейчас смотрите. И также внизу здесь будет вот такая штучка. Смотрите, скачать бесплатно бонус продвижения и заработок в Telegram. Это тот бонус, который я вам сейчас даю. Это курс, мануал небольшой, который вы можете скачать, изучать. И довольно неплохая штука, я сейчас тоже его изучаю. Чтобы получить курс и бонус, кликните на одну из кнопок ниже. Поделиться с друзьями. Видите, вот здесь вот эту вот красную штучку. Смотрите, чтобы получить этот бонус, вот это продвижение заработок в Telegram, просто нажмите на одну из вот этих кнопок, допустим, ВКонтакте, и потом нажимаете отправить. Как только вы это сделаете, вам откроется вот такое вот окно, и здесь вы можете скачать вот ссылка на бонус и скачивайте. То есть очень просто, вы просто делитесь вот этой статьей на там в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, в любое, просто на одну из, не надо на все нажимать, на одну из. Ну, если вам не жалко, можете и по всем пройтись. Таким образом вы поделитесь этой статьей, поможете мне и другим людям поможете, да, потому что они увидят этот обзор и скачаете свой бонус. Ладно, погнали уже, давайте о самом курсе, о скрипте. Как я и сказал, у меня этого скрипта нет, но мы можем его полностью практически изучить, просто не отходя от продажника. Да? Давайте начнем с продажника. Нас встречает, собственно, видеоролик, в котором нам автор рассказывает, как он нам предлагает зарабатывать и полностью раскрывает, да, то, что очень редко для курсов в Глопарте, что нам автор показывает, как мы будем зарабатывать. На самом деле обычно просто размазывают сопли, рассказывают, что есть какой-то там мифический заработок и пихают, да, нам его, а в итоге это оказывается полное дерьмище. Но здесь вы можете сразу понять, как нам автор предлагает зарабатывать. С сегодняшнего дня это просто как 1, 2, 3. Сразу после оплаты вы получите ссылку на скачивание архива со скриптом, инструкцию по установке. Если вы не знаете, что такое скрипт, это, можно сказать, механизм сайта, да, то есть определенный сайт, и у него есть свой механизм, он выполняет какие-то функции. Следуя инструкции, загрузите содержимое архива на свой хостинг или запросите бесплатную установку. Сразу после загрузки
и сайт начнет работать, вам останется внести несколько правок в панели управления сайтом. То есть вот что нам обещается: нам дадут скрипт, мы его загрузим на хостинг, да, то есть создадим сайт, и этот сайт сразу начнет на нас работать и приносить нам деньги. Bemol этот скрипт называется. Это максимально эффективный профессиональный партнерский магазин для автоматической продажи товаров Clickbank. Что такое Clickbank? Это западная партнерская программа, это типа Глопарта, только западная, да, американская, то есть сайт, на котором продаются множество различных информационных товаров, то есть каталог, ну опять же как Глопарт или же как там ePay какой-нибудь или что-то еще. Что такое вообще партнерский магазин и для чего нам его создавать? То, о чем говорит нам автор. Смотрите, смотреть демонстрацию сайта. Вот он нам даст скрипт. И, собственно, скрипт, когда мы загрузим на хостинг и установим, он у нас превратится вот в такой сайт. И что это за сайт? Смотрите, вы зарегистрировались, допустим, на том же Глопарте, да, но сейчас у нас Clickbank идет, американский сайт. Вы зарегистрировались на Clickbank, и вы можете брать партнерскую ссылку и продавать чужие товары, да, и за это получать партнерское вознаграждение. То есть система простая. И вот этот сайт, он чем занимается? Он собирает, автоматически собирает данные по товарам, которые размещаются на Clickbank, и размещает их вот на этом сайте, на вашем сайте, и устанавливает здесь. Вот, допустим, человек заходит на этот сайт, нажимает, да, вот его там что-то заинтересовало, какая-то фигня. Если он нажимает и по итогу покупает какой-то информационный товар, вот, допустим, вот товар какой-то, вот этот товар. И если он его покупает, да, там нажимает, где у нас там оплата, нажимает, покупает, в общем, вы получаете свое денежное вознаграждение. И вот нам автор рассказывает о чем? О том, что вы создадите вот этот сайт, он будет собирать эти товары, а люди сюда начнут заходить на этот сайт, покупать какие-то товары, кто-то будет покупать, кто-то не будет покупать, и вы тем самым будете зарабатывать деньги. Естественно, вы будете зарабатывать в долларах. И, собственно, обо всем этом мы можем узнать на сайте продажники. Здесь даже есть обзоры и отзывы, найдено в интернете. Ну, на самом деле, это обзоры от таких чудиков, как Elite Infobiz, Обману.нет. Понятно, что они не делают реальные обзоры, они просто рассказывают сказку о том, что он там, допустим, вот там Elite Infobiz или кто, что он взял этот, установил скрипт и начал зарабатывать деньги. А на самом деле это, конечно же, не так. Этих ребят я вообще не советую слушать, но о них я уже рассказывал много раз в своих видео. И опять же, на этом сайте мы можем почитать все, что нам предлагает этот человек. Вот здесь, создавая Bemol, я учел накопленный опыт и постарался реализовать в скрипте весь самый нужный функционал, позволяющий максимально быстро и эффективно запустить свой партнерский магазин и зарабатывать в Clickbank, практически ничего не делая. При этом ваш заработок будет увеличиваться от месяца к месяцу благодаря обилию Clickbank товаров и регулярными платежами, автоматические платежи по подписке. Это все чудесно, но на самом деле я сталкивался уже с подобными сайтами. Они есть по-разному работают. Вот конкретно этот, допустим, собирает товары с Clickbank, да, и по партнерке продает. Есть куча сайтов, которые собирают видеоролики в YouTube, там даже есть по какой-то определенной тематике или по разным тематикам собирает на себя эти видеоролики. И потом, если сайт хорошо продвинуть в том же Гугле, человек, когда в Гугле что-то забивает, он может попадать не на какой-то там другой сайт или YouTube, а он просто попадает на ваш сайт и смотрит там эти видеоролики, кликает рекламу, и вы этим зарабатываете. Это такие сайты называются видеодорвеи. Даже есть какие-то курсы на Глопарте по таким сайтам. И все, что рассказывает этот человек, это в принципе чудесно, но на самом деле работать у вас не будет. Почему? Он рассказывает, что если вы запустите подобный вот этот магазин, как у него, да, как он вам показывает, и он там проиндексируется
разными поисковиками и начнет вам зарабатывать деньги. Но на самом деле, опять же говорю, это не так. Почему? Потому что индексация в поисковиках еще ничего не дает. Потому что оно проиндексируется и будет там на какой-то тысячу какой-то страницы валяться, никому не нужно, и вы не получите ни единого перехода. Для продвижения любого сайта нужны определенные знания. И в своем вот этом продукте этот человек этих знаний вам не дает и не даст. И опять же, если бы у него эта партнерка, этот партнерский магазин работал и зарабатывал бы хорошие деньги, он бы его просто не продавал, естественно. Здесь идет заработок автора просто на продаже вот этого вот скрипта, вот этого магазина. Если вы купите этот скрипт, загрузите себе на хостинг, установите, у вас просто получится сайт, и все, и его никто не увидит. Почему? Опять же говорю, что индексация ничего определенно там не дает, и таких сайтов, их, ну, я думаю, их уже тысячи, там, может, даже десятки тысяч этих сайтов, потому что вы не думаете, что подобные сайты вообще это какая-то редкость, или вот этот чувак этот придумал. Конечно же, нет. В самой Америке есть куча людей, которые этим занимаются, которые создают эти сайты, которые их раскручивают, которые профессионалы в этом деле, и идет борьба, да, за трафик, за людей, которые будут покупать эти товары, и за деньги, за заработок. И когда вы просто нифига не делая запускаете сайт, он и остается просто сайтом в интернете, вы ничего с него не получите, поверьте. У меня есть свои сайты, и опять же, ссылку я вам на один из своих сайтов дал, да, он там, конечно, у меня немножко подзаброшен, ну как, в плане, он нормально функционирует, все, но я давно не делал обзоров, но не делаю частые обзоры, да, на какие-то курсы, поэтому трафика туда мало. Те курсы, на которые я делал обзор, они уже не актуальны, и поэтому запросы в поисковиках, ну, на них редко происходят, да, там какой-то курс, допустим, Ласточка был когда-то, или какой-то еще там, или там тот же Посейдон. Когда эти курсы востребованы, то мой сайт и через поисковики приносит определенный трафик, но я над этим работал, и моему сайту уже не один год. А все, что вам рассказывает вот этот человек на своем видеоролике, на сайте и вообще на сайте, это все чёс. Не знаю, что еще сказать. Вы, конечно, можете мне не верить, и, возможно, даже там кто-то из этих ребят там, или сам автор, может где-то что-то написать там про мой обзор или что-то еще сказать, что я там не шарю. Ради бога, вы все шарите, вы все очень классные ребята, но вот это лично мое мнение. Я считаю, что этот курс просто кусок говна, этот скрипт, и он абсолютно вам не принесет никаких денег, я в этом просто уверен. А покупать это говно или нет, ну, лично ваше дело. Я вам ссылку под видеороликом прямо на курс оставлять не буду, на продажник, но ссылка в статье будет, ссылка на продажник, можете перейти посмотреть, просто изучить, если вам интересно. Но не вижу смысла вообще его изучать, это кусок говна. Ладно, еще напоминаю, что я приготовил для вас бонус. Бонус я оставил в своей статье, ссылка на статью есть в описании. Также в описании есть ссылка на мой второй канал, где я показываю, как и с помощью каких методов зарабатываю я. Друзья, на этом пока что все. Все ссылочки в описании. Кому интересно, там переходите, смотрите, нажимайте, изучайте. Обязательно в комментариях оставляйте свое мнение, прав я насчет этого скрипта или нет. Буду рад вас слышать. Также здесь у меня на сайте увидите вот ссылочку на мою группу. Можете в нее вступить. И обязательно подпишитесь на мой канал в Телеграме. Вот тоже на него есть ссылочка. Так, на этом уже все. Зарабатывайте много и честно. Всем удачи. Пока.